Всем привет, сейчас я вам расскажу, как запустить свой сервер в Майнкрафте. Значит, скачиваем сервер с сайта. После того, как скачали, папку с сервером выкладываем на рабочий стол. У меня вот уже. Значит, открываем, и самое первое, что нужно сделать, это настроить сервер. Открываем файл сервер. В нем много значений. Теперь я расскажу вам, что они значат. Level name. Название вашей карты, то есть то, что вы играете, там строите, оно сохраняется в папку, потом эту папку вы можете скинуть кому-нибудь. И название вот этой папки, если вы вписываете, то карта будет проигрываться на серверах, так скажем. Сервер порт. Ну, оставляйте стандартным. Тут не надо ничего менять. Но если хотите красивый порт, можете написать там level type default. Это вот вы указываете, каким генерируется у вас уровень. Если вы хотите, чтобы у вас был плоский мир, пишите вот такое значение flat. Если хотите стандартный default. Enable con false. Оставьте так. Это админский пароль. Сейчас уже все админы по никам идут. Так что это бесполезное значение. Max build height. Это максимальное количество блоков вверх, которые можно поставить на сервере. Если вы ставите 512, значит у вас вверх можно ставить 512 блоков. Spawn NPC. Это спавнить жителей в деревнях там. Whitelist — это такой файл в корне сервера, в котором вы указываете ники, которые вот могут играть только на вашем сервере. Если ник не обнаружен в этом листе, то его не впускают на сервер. Так, spawn animals — это спавнить животных. Так, ставьте true. Онлайн мод. Здесь тут особое внимание нужно уделить тому, что на пиратских версиях нужно писать false, а на лицензионных true. Ну, вы тут разберетесь. PvP. Возможность убивать других игроков на вашем сервере. Если вы не хотите, чтобы у вас был там хаос и прочее, просто хотите мирно играть, ставьте false. Game мод. Ставите однерочку. У вас на сервере все игроки будут с креатив режимом. Ставите 0 со стандартным. Max players — максимальное количество игроков на сервере. Spawn monsters — true, false. Спавнить големов, там, снеговиков — оставляйте true. Generate structures — тут все остается как есть. Это вообще бесполезное значение. View distance также можно указать 100, 10. Ну, приставлю, вроде лаги будут. Оставляйте 10. Последняя строчка — это имя сервера. Тут уже на ваш вкус, значит. Что нам нужно сделать дальше? Дальше нам нужно запустить сервер. Запускается он с помощью bat файла, который лежит в корне сервера. Значит, запускаем его. Вот у нас проходит генерация нового мира, значит. Ждем, пока это все сгенерируется. Тут указано в процентах. Мы это пропустим. Вот наш сервер сгенерировал нам карту. В конце оно должно выдать don. Сколько секунд прошло. Значит, что нам нужно дальше сделать? Узнать свой IP-адрес. Заходим в Яндекс. Пишем мой IP. Вот наш IP-адрес. Следующим мы копируем это. Ctrl-C. Заходим в Minecraft. В Minecraft, значит, заходим в сетевая игра. Так, этот сервер мы удалим сейчас. Добавляем свой сервер. Можно без порта писать. Просто вот IP-адрес, который мы скопировали в Яндексе. Жмем готово. Вот наш сервер включен. Значит, заходим. Свежий сгенерированный мир только что. Без всяких там изменений. Все, можно играть с друзьями, скидывать IP-адрес и радоваться. На этом все.